Всем привет! Ой, сейчас иду в больницу на рентген. Мне надо повторный снимок контрольный делать рентгена. В августе, когда болела пневмонией, у меня она полностью не рассосалась. Было написано в стадии рассасывания после лечения. И через полгода контрольный снимок. Плюс у меня кашель непонятный, не проходит уже месяц. И у нас снег. У нас пошел снег, радости будет. У детишек сегодня минус 10. Ну, холод сильно не ощущается, вот этот мороз. Ой, короче, сейчас схожу в больницу. После больницы зайду, заберу Тёмочку со школы. Вот такая вот у нас погода. Опять наступила зима. Красота. Так, мы как всегда идем на остановку на танцы. Тимура тоже забрали со школы, да, Тимур? По пути завезем его. Так, вот она я. Сегодня ходила в больницу, так и не сказала, когда я шла назад. Некогда было, бегом в школу, после школы в парикмахерскую. Подстригла детей, Илюшу с Тёмой. Ваня пойдет в четверг, то, что не успевает, он остался дома с Илюшей сидеть. В четверг подстрижется папа и Ваня. Я челку подстригла. Ну, а что мне на рентгене сказали? Что показал рентген? Рентген показал, что у меня все чисто в легких. Пневмония моя уже рассосалась. Так что вот так вот. Все хорошо. Так, наша подготовка к празднику. Хочу показать, что мы купили с папой в городе, пока у нас Артём был на тренировке. Но это мы взяли детям сейчас скушать. Младшим, старшие сами себе берут, выбирают йогурт, потому что они не весь едят. Мы им даем деньги, они сами покупают. На завтра взяла на сладкий стол круассаны. Здесь начинка вишня-шоколад. Взяла приправу, которая у меня закончилась. Вот куркума, чеснок и копченая паприка. Ну, это домой взяла я. Также я домой взяла детям желе разного вида. 6 пачек взяла. Вот такое вот желе. Брать его на праздник не буду, потому что праздник будет не дома, а в детском центре. Туда мы просто возьмем сладкий стол. Сейчас покажу, что еще. Помощников моих нету. Так, дальше. Что еще взяли? Взяла на стол бананы порежу. Вот, вот такая вот скибка бананов. Дальше. Взяла сыр. Взяла кусочек колбасы сделать бутербродики. Ну, это я взяла сливочное масло домой. У нас закончилось. Так, что у нас там еще? У нас 2 киви. О, гляньте, подавилась. Ё-моё, раздавилась киви. Обсок, наверное. Ну, ничего страшного, обрежем. Так, что я еще взяла? Взяла вот таких вот праздничную атрибутику. Вот такой вот растяжка такая с днем рождения с машинками будет у Илюши. Вот она. Также взяла набор для проведения веселого дня рождения. Это не на один праздник будет, а на все праздники. Вот такое вот интересная игра. Так, это один пакет. А, и вот пакет сока взяли. Так как у нас будет еще компот, мы взяли только 2 литра сока. Вот большой пакет сока взяли. И будет еще компота возьмем с собой. Так, это один пакет. И второй пакет. Сейчас покажу, что там. А, взяла разных конфет. Взяла Джек. Взяла ананасовые. И взяла несколько видов желейных. Ну, взяла именно те конфеты, которые едят мои дети. Детей будет всего 5 человек.
все будут свои, наши, сильно я не тратилась, чтобы покупать. Будет у нас фруктовая нарезка, будет у нас круассанчики, конфетки, будет тортик, компот и сок. И я думаю, этого будет достаточно для праздника, для Илюши. Ну, будет, конечно, у нас аниматор, будут у нас шоу мыльных пузырей, будет все понемножку. Так что потихоньку готовимся к празднику. Так, забыла вам пока показать самое главное. Вот заказали мы на торт украшения пряники. Герой у нас будет вспыш-машинка. Плюс цифра 4 с именем. И со вспыша вот такой вот огонек скорости. Вот за вот этот наборчик я отдала 350 рублей. Выбирала я. Мне показывали, какие могут быть пряники, какие они могут изготовить. И вот я выбрала вот таких 3 пряника. Мы на каждый день рождения вот детей, да, чтобы украсить торт, мы заказываем, бывают картинки, бывают пряники, но чаще всего пряники, картинки реже. И купили вот такой вот тортик. Лучановский, называется Паула. Паула, кто как называет. Очень-очень вкусный торт. Мы всегда берем уже такой торт. Это проверенный торт, который едят все у нас. И просто вставляем вот эти вот украшения, свечкой. И вполне достаточно, больше ничего не надо. Мы хотим взять еще один тортик. Этот тортик у нас будет на детский стол. Хотим взять еще торт домой. Так как старшие дети с нами не поедут, со старшими детками мы посидим уже вечером дома. Попьем чайку. Вот такие вот у нас предпраздничные подготовки к дню рождения. А я тем временем жарю котлетки. Вот такие вот котлетки сегодня у нас будут на ужин. И плюс вот тут вот, ой, уже сейчас забежит. Варятся у меня макарошки. Будут котлеты с макаронами на ужин. Надо убавить огонек. Что-то оно сильно кипит. И вот такие вот со свинины, котлетки со свинины. Мы перекручивали фарш. Вот пожарю котлетки, потом хочу еще пельмешки сделать, но это завтра точно нет, на днях сделаю пельмени еще. С детками налепим. Ой, забыла вам показать, что еще купила я сегодня. Купила 20 штук шариков. Купила 10 штук золотых, хотела купить хром. Именно золото, хром не было. По 20 рублей вот такие шарики. И взяла просто с надписью 5 штук с днем рождения и 5 штук с полирабакаром. Так как вспыша не было, но зато есть полирабакар, так же само с машинками. Хотела еще с фольги взять машинку, нету, не нашла. Также достала я свечку. Это я покупала уже давно-давно. Еще в октябре месяце покупала я вот эту свечку. Такая же медалька мне 4 года, как и у Артема была. Вот такая же цифра. Я вот жалею, что я не купила золотую, а взяла вот серебряную такую вот серенькую, да, со звездами. Ну, тоже неплохая. Так, дальше достала, нашла еще одну растяжку у нас. Но я посмотрю, буду я ее цеплять или нет. И достала вот еще хэви-звезды, как у Тёмы было, золотистая. Штору золотистую я уже повесила. И нашла еще, у нас остались такие 2 шарика. Но я посмотрю, буду я их вешать или нет. Короче, сейчас буду украшать. Все, что получится, я вам покажу, что у нас получится с этого. Но ребенок вообще в предвкушении, вместе с нами украшает. Ему это все-все нравится. Ждет завтрашнего дня. Вот они, наши шары, висят еще с Артема дня рождения. Я их снимать не буду. Я хочу просто туда дополнить оранжевые и золотистые шары. Может быть, некоторые шары сниму, но не все. Ну, короче, будут у нас разноцветные шарики красивые висеть. Плюс повесили уже штору. Вот здесь надпись будет, внизу будет надпись. Ну, короче, увидите позже. Также у нас висят еще вот эти шары с днем рождения. Да, Сибхор, это с 7 ноября все висит. Знаете, как-то снимать жалко. И в кухне у нас еще висят шары. И сейчас с детьми будем это все делать. Угу. Да? Угу. Я сделаю растяжку. Ну вот,
украсили. Что у нас получилось? Вот эти буквы, правда, что-то погнулись. Но ничего страшного. И так нормально. Поближе. Вот такая вот красота. Эти шары еще с темного дня рождения. Вот это у нас цифра 4. Вот они, новые шарики мы повесили с машинками от Поли Робокар с днем рождения и обычные золотые. Повесили новую растяжку с машинками, да, Илюш? Класс! Да. И вот они, и шарики. Вот кто это йогурт шарик ел, сырочек, выпачкался? Да. Вот такая вот у нас праздничная красота получилась. К дню рождения Илюши. Вот посередине как-то. Вот. Ребенку нравится, и я рада, что ему нравится. На да? Воду, тебе нравится? Сейчас. Тебе нравится? Угу. Украшение. Угу. А еще сегодня Илюша подстригся, да? Угу. Покажи, как ты подстригся. Вот. Вот, подстригся. Да, я закрыла глазки, чтобы не попадало волосы. Да, чтобы волосы не попадали. Мы Артемчика подстригли, Илюшу. Угу. Вот так вот. Мама. Подготовились к празднику. Мама. Налей воду. Нет, воду в шарик нельзя. Ну и на этом всем пока, говори, Илюш. Всем пока, до новых встреч. Всем пока, до новых встреч. А что надо ставить? Лайки. Лайки. Ставьте лайки, да? Да? А мы будем ложиться спать. Мыться и спать, да? Потому что уже время. Ого, и сколько. Вот, ну как не надо? Тёма спит уже. Ну, надо же. Много надуть розовый шарик. Надо надуть розовый шарик? Ну, сейчас надуем и спать пойдем, да? Да, только надуем розовый шарик. Хорошо. Только надел. А, забыла вам показать. Купила сегодня еще детям чешки по 120 рублей. Классные чешки такие. Они нам надо будут на завтра. Все, всем пока. Пока-пока. Пока-пока.